1923 года во всей Владимирской губернии на заводах и фабриках активно развиваются физкультурные кружки. Но в те годы все они были футбольные. Футболом жили, им неистово болели всюду. Каждый производственный коллектив считал за честь иметь свою футбольную команду. Ее называли по имени родного предприятия, например, «Оргтруд», «Ком Авангард», «5 октябрь», «Красный химик», а во Владимире – «Печатники», «Железка». Владимирцы после работы охотно занимались спортом или же отправлялись болеть за своих. К 1925 году число кружков на предприятиях увеличилось вдвое. Профсоюзы заводов и фабрик стали инициаторами строительства спортивных площадок, стадионов и водных станций –